Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня мы будем строить теплицу Легенда шириной 3, длиной 4 метра. Теплица у нас будет белого цвета, не серого, не светло-серого, а именно белого. Пока приехали, располагаемся, начинаем работать. Каркас мы поставили, закрепили его к брусу, все выровняли. Сейчас начнем крыть стены. Покроем стену, перейдем к крыше. Вот такая белая теплица у нас получается. Красиво. Закончился у нас монтаж вот этой белой красотки, а точнее Легенды, шириной 3, длиной 4 метра, под поликарбонат она у нас. Сразу видим дверь с форточкой с лицевого торца, форточка в торце с другой стороны, каркас теплицы сделан с профильной трубы, 40 на 40, заполнение из труб 40 на 20 и 20 на 20. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет белый. Все стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, выставлен по уровню и закреплен к земле с помощью грунтозацепов. Также имеются у нас диагональные усилители, облицовочные уголки, который помимо декоративной функции еще и прижимает поликарбонат к каркасу. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы закрыты торцовым профилем. Вот такая отличная, красивая, большая, высокая теплица. И очень надежная у нас получилось. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!